Все, замешиваем нашу прикормочку на леща с кориандром. И водичку лезть сюда, давайте. Это слишком легко бы было. Так, кормочка. Уксол, да? Ты провалился, да, тот раз? Нет. А, тот раз, да. А я вот буду, два носка. Так, вода вообще такая ледяная. Я уже разбил. Так. Тоже круто. Мешай. Чем пахнет? Шоколадом с кориандром, да? А, блин, у меня, я забыл. У меня есть этот, я брал на леща, так понял. Ну, это ароматизатор. Шоколад. Так, слепили мы шары, несмотря на это, несмотря на холод, мороз. Так, ну что, закармливаемся? Пахнет шоколадом. О. Два, три, четыре. Так, пока нормально. Куда тебя? Сюда, на таком же расстоянии? Раз, два. Так, стартовый закорм мы сделали. О, холодно. Ладно, будем начинать рыбалку. Первая таранька. Такая вот на опарыша. Так. О, еще одна. Червя. Ой, как же приятно прям. А, все отмерзает. О, клюн. Так. Так заглотило сильно. Такая приятных размеров. Начали мы немножко на месте, очень замерзли, минус 5 пальцев, пальцы вообще не чувствуются. В общем, мы решили переехать на другое место. Я почувствовал даже своими ногами. Давай назад. Давай, я тебя толкать буду назад. Замерзший, хорошо замерзший, мы проедем. Ничего. Давай вперед и назад. Вперед чуть-чуть и назад я тебе толкну. Давай. Давай. Давай найдем что-то. Ух ты ж, ё, какая тут дорога. Как мы еще до сюда доехали? А? Да я вижу, вон, смотри, сухо. А ну, назад, давай. Вперед и чуть-чуть назад. Чуть-чуть вперед, назад, с раскачки. Оп.
Пробуй назад. Никак, да? Давай вперед назад. Да. Как обычно, мусора на берегах валом. Рыбаки свинтусы не убирают за собой. Покрышечки. Вот она первая, тут таранька в этом месте. Вот такая толстенькая. Под бережком. Как же без этого? Пока ждем трактора, пытаемся ловить рыбку. Так, рыбеха. Пошел, пошел, пошел. Так, на червя взяла. Маленькая совсем. Такая малышка. Мелочь. Да пусти ты. Иногда. Оу. Не съел. Мышонок. Милаха. Вот я тут прикормки оставил. Ух, смотри. Лупит. Прикормка на леща ему очень нравится. Такой милаха вообще, мышонок. Я ему дал кусочек размером с него. Нормально, что ли? Не бойся. Я тебя не буду трогать. Так, ушел возле камыша, вот такой трофейчик нашел. Такой поплавочек китайский. Позвонил только что Серега, говорит, трактор приехал, бегу к нему.